Мы завтракаем, у нас 9 часов, я наделала панкейков, малиновый соус, у Гришки и у Афоньки была каша. У меня еще наша царапинка. Кто, каша? Царапинка. А, царапинка. Я иду за чесноком. Сейчас нарву и буду мяско мариновать с молодым чесночком. Все, я вырвала чесночок. Где... Вот по одному растет, вот так вот там. Я не рвала, но есть вот так вот прям пучками. По 4, по 5. Вот такой вот молоденький я рву, потому что он еще точно маленький. Готовлю быстренький обед. Начистила картошки. Буду сейчас запекать в духовке. Подготовила уже свою любимую старенькую форму. И с мяском. Сейчас делаю соус такой из сметаны и соевого соуса. Чесночок молодой порежу. И все это поперчу еще и перемешаю. Будет такая вот заливка для мяса и для картошки. И все в духовку, не знаю на сколько, в общем, до готовности. На 200 градусов. Для соуса взяла сметанку, немножечко горчицы и соевый соус вместо соли. Картошка с мясом в духовку отправляется. А? Лежу 5 минут, сейчас уже собрала себе сумку на мастер-класс. И что будем делать, Афоня? Мне надо купать. А, Афоньку надо купать. Да, нам мама меня купала. Ну, сейчас будем тебя купать, значит. Сейчас уже и папа приедет, будет с детками, а мама поедет на мастер-класс. На леденце. И ты хочешь с мамой? Да. Мой котик любимый. Пошли, раздевайся, надо покупаться. Ноги грязные. Фонька был с дедушкой на огороде. Я еду на мастер-класс. Выехала. Вот сейчас 12:20. Хочу заехать же шпажки купить. Да-да-да-да. Да-да-да-да. Нет. Это ее не на место, нет? Да, сейчас мы их будем отдирать. Все детки, идите сюда быстрее. Все вместе сейчас сфотографируемся вместе с Диверой. Девочки мои, берите леденцы. Давай, девочки, вот сюда. Вы делаете совсем стоя. Диверин, давай, заходим. Заходим сюда дальше, становимся. Во, все рядом с Назаром становитесь. На коленке тоже. Вот и так попробуем тебя вставить. Где, покажи. Там пузырьки видно, да? Пузырьки воздуха, оно же лепело, кипело. Мишку заставили прийти. Давай. Мои дети пришли, наконец-то. Давай ручку. Будем начинать второй мастер-класс. Тут уже полегче. Наши дети. Антон Сергеевич. Что такое? Все хорошо? Все, мы теперь до бабушки с девочкой. Вон какая чудная. Ну да, наверное. Сейчас я открою. У нас сегодня еще до Арии. Да. Да, тут родни ремонт, да? Новое окно вставляется. Вернее, уже вставили, делают откосы плиточкой. Так, где Антон? Не знаю. На улице? Сколько тут детей, родня у вас? Да, родня, берите, пока дают. Так, выбираем обувь. Афоня, иди покажи, какие ты выбрал. Прикольные, вот, да? Так, все счастливые и довольны. Еще заехали в магазин, помимо того, что шлепки, Гриша купил мячик. Афонь, покажи, что ты купил. Афоня, эту вонючку, она так воняет, конечно. Антоша, ты что купил? Антоша, пайетки купил и еще браслет, да, с тачкой McQueen. А он другой машины. Да. И смотрим. Так, Рексик будет бегать. Ой. Да, Рекс, опять на проходе тебя папа начесал. Выезжай. Красавчик наш, красавчик. Иди ко мне. Гришуль, садись, пристегиваемся. Красавчик линяющий. Едем до Аришки. Да, до моей крестной. Да, до твоей крестной. В Краснодаре.
Будем поворачивать. Давай. Мы успеваем? Не успеваю. Да. Мы ж туда хоть поворачиваем? А дальше уже вся немецкая деревня, да? А, остановите, остановите. Тут туечки, как красиво, да? Заборчик. Да, очень красота. Мы едем по кочкам, правда, ну ничего. А ты говорила, что мы выехали? Да. Антон Сергеевич. Что? Ну, давай я руки свяжу. Вот так, а ну рассказывай. Какое? С каким глазом? Нет, надо вот так свяжу. Вот такой глаз был. Это ты спряталась? А где детки? От Гриши? Гриша считает? А еще ты считаешь? Все, мы теперь домой выезжаем. Сколько? 22-23. Думали, сейчас хоккей будем слушать финал. А авторадио, наверное, только Россию транслировало, и все. Сейчас уже ничего не транслирует. Все, пока! Иришка нас провела. Мы еще и на мойку заехали, на самообслуживание. Теперь Сержуня нас обслуживает. 200 рублей заплатили, но мы тут не одни вообще. Почти в 11 моем машину, еще есть люди. Так, вот это самая любимая часть. Дети говорят, что это птицы накакали. Ждем. Это и в зале. Конечно, это же пена машину там быть. А, темнота. Пап! Если вы хотите стекло выбить. Папа, что ты? Рексик наш встречает. Рекс! А его кормить надо? Да, ты ж его покормил же перед тем, как мы уезжали. Да? Где дрых? Ты дрых? На газончик лёг. Иди гуляй. И поехал. Ой, мы дома. Я так устала, вообще устала. Хочу спать. Ой, я устала больше всех. Да. Ты устал больше всех.